Уборочная кампания на Ставрополье официально завершилась. Итоги жатвы подвел сегодня министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Краевые аграрии намолотили 8 миллионов 150 тысяч тонн зерна. Урожайность 38,8 центнера с гектара. Это немного меньше, чем в прошлом году. Неприятностей в этом году аграриям прибавила погода. На объем урожая сильно повлияла засуха. Однако краевые закрома все же не пустуют. В Минсельхозе считают, урожай хоть и меньше, зато продадут его дороже. Предполагается, что цена на ставропольское зерно будет варьироваться от 8 до 12 рублей за килограмм. Сейчас аграрии уже начали готовиться к закладке урожая на 2019, а в скором времени они приступят к уборке пропашных культур. Всегда мы говорим о качестве. Практически около 80% это зерно продовольственное. Аграрии края справились достойно с угрозами, с которыми столкнулись в 2018 году. Предстоит убрать еще нам 200 тысяч гектаров кукурузы, 318 тысяч гектаров подсолнечника и 34 тысячи гектаров свеклы.